нормально это. И это не хорошо и не плохо. Как всем. Пускай у них все будет больше, чем у простых людей. Мое мнение такое. Чтобы они лучше отдыхали, чтобы лучше работали. В нашем государстве все равны. Поэтому до 28. Ну, если они будут в это же время работать, делать что-то для города, то тогда это хорошо. Надо все-таки оставить 42 дня, потому что у депутатов все-таки нагрузка больше, чем у обычных граждан. Потому что обычные граждане ночью спят, а депутаты иногда и не спят, потому что они, соответственно, да, глобальные вопросы решают. То есть я думаю, что надо оставить. И вообще пахать надо и не ночью, а не отдыхать. Они же обычные граждане в стране, да? Угу. Я думаю, это нормально. А как вы думаете, что-нибудь изменится, если они будут меньше отдыхать? Не думаю. Чем депутаты тоже отличаются от нас? Пусть все отдыхают одинаково, все работают одинаково, отдыхают одинаково. Но они должны отдыхать в полную силу, чтобы принимать полноценные решения. Но мы не совсем обыкновенные граждане-архивисты. У нас отпуск, например, 36 дней. Поэтому в зависимости от нагрузки, наверное, и отпуск должен быть адекватным.